Здесь одна из самых защищаемых частей нашего бизнеса, где хранятся материальные ценности. Это у нас серебро. В основном серебро, платина и золото. Драгоценные металлы, потому что мы являемся крупнейшими дилерами в стране. Мы покупаем у золотодобытчиков золото и продаем его. Мы обеспечиваем большую часть оборота драгоценных металлов в стране. А здесь золотые слитки. Можете подержать в руке. Тяжелый? Вы так, с такой легкостью его берете? А что бы вы могли сказать гражданам, которые хранят деньги под подушкой и боятся их нести в банк? Ведь есть такие у нас в стране. Подушка не самая приспособленная для хранения денег место. Ну и, конечно, если говорить о хранении своих ценностей, мы, собственно, такие услуги предоставляем. Крупные банки – это абсолютная надежность хранения.